Не, я как бы с блесной завязал. Видел мою сумку, кстати? О. В общем, смотри, моя гордость. Я не знаю, как рыба, но вот такие рыбаки, да, как Володя, на это клюют, да? Да. Я прям кайфую. Смотри, у меня какая. Не зацеплялочка есть. Ё-моё. Видишь? Вообще. Не зацеплялка. Это лососевая эта история. Но да, больше всего я щуки, знаешь, на что вытащил? Вот на нее. Вот на эту хрень. Вот, слушай, это самое, да, и да, вот. Самый прикол, что она 15 евро стоит. Смотри, сколько здесь штук. Видишь? Да. Это с этой стороны уже евриков на 100. Я сейчас хочу попробовать. Вот я у тебя совет спрашиваю. На вот это вот можно поймать? Вот? Да, это в солнечную погоду ловится. А сегодня? Ну, сегодня... Сегодня вообще есть время, когда надо ловить. Хорошо, на что бы ты попробовал? Ну? Я попробовал все-таки поехать на базар и купить сегодня все деньги. Вот тут и каша, смотри. Смотри сюда. Вова, это рай для продавцов в магазине. Вот такой. Ему маленький. Ё-моё. Это так 300 евро выглядит. 300 евро, видишь? Вот, вот, да, вот, таком, вот такому рыбаку можно впарить все. Он да, все это, да. Вот это просто это рай для продавцов в магазине. У меня есть один огромный плюс. Моя жена не видит этого. Если бы она узнала, про вот эту часть там, ладно, молчу. Мы ее закроем лучше. Еще у меня вот эта есть часть. Ну, это вот потайной карманчик раньше. Да. Вот там даже щипцы. Это какая-то стоматологическая клиника, доктор. Ножи, это вот здесь, вот. Здесь, видишь, ну, вот вообще, там, слушай, с Вованом можно в разведку, его можно в тайгу закидывать, он там наловит вам рыбы. Вот, кашу приготовит, видите, какой-то красный, это он. Нет, сам подожди, ест. Рыбу не клюет, он сам это ест. Я упал в воду, эта да, штука 500-600 евро стоит, ну, в полной оснастке. Я в одежде зимой нырял за ним. Я говорил, у меня насморк, а он... Меня нырять заставлял. Вот эту вот штуку мне один хороший человек посоветовал. Да. Это именно на вимбу с опарышами. Вообще. Со всей историей. Видишь, я да, ее замутил. Да, и, и сидит хомяч тут. Я думаю, что он жует. И ты говорил креветку. Одеколон, да, все. Одеколон. Вова сам напшикался. Это я тебя сейчас научу. Да, так, смотрите. О, у него какие у Вова бубенцы, посмотрите. Нет, колокольчик. А, это, нет, это не колокольчик, Вова, это бубенцы. Знаешь, почему у нее 20 штук? Да. Потому что я болтаю обычно, закидываю, и колокольчик улетает. И каждый раз такой рубль за колокольчик. Ну, ты же можешь себе позволить, Вован. Смотри, у меня шнур на шнурочке. Шнур? Просто меня расстраивает, что... Видишь, как река течет? Ну, правильно понимаю? Это яма. И вот граница, где она течет, вот туда я должен толку кидать. Правда же? Точно. Вот именно туда. Вообще. Ты просто... Вопрос, почему я ни хера не понимал? Вован, тебе бы Нострадамусом в гадальном салоне работать, ты все знаешь. Да. Ничего себе, а что ты, у тебя поплавок? Во, это, у тебя донка с поплавком, да? Ну, поплавок, да. Да. Но он для прикола это... просто. А, тебе в магазине эту систему показали? Да. Ну, смотри, какая штука. К ней уже 120 граммов грузик, видишь? Да. И вот эта хрень, она для чего? Для текущей реки. Из нее, я если понял, не было бы дна... то она типа, ну, прикормка выветривается, понимаешь? Ничего себе. Да, а когда течет речка, то нужно только вот такую снять, понимаешь? О, сейчас я ее туда заталдичу. Видишь, какая? 120 грамм. Я думаю, у вас 120 граммов надо хряпнуть для хлеба, клево. Ну, как нормальный рыбак бы. А ты что, ты там 120 граммов фигни какую-то так пшикал? Тройной одеколончик, видишь? Ничего себе. Я беру его так, оп, оп. Ё-моё. А то... А запах какой, да? Вообще. Ай, кайфую, блин. Мне хочется прям тяпнуть. Не хочешь 50 грамм? Попшикать? Нет. Так. И сейчас я ее закину, как завещал нам великий и могучий рыбак. Я не знаю, кто его учил рыбалку, да? Но... О! Я сразу говорил, Вова, иди потренируйся сначала на стадионе, Вова. Подожди, нет. Вот смотри, там уже, там вот этой красной фигни ты не забыл, она уже улетела, все. Роторная катушка сработала, и поэтому я факап был. Ну, колокольчики повесим. Вот. И для чего вешают колокольчики, знаешь? Чтобы повесить и пойти накатить.
спокойной, непринужденной обстановке. Я видел, как рыбаков утаскивали после такие. Вот они, да. И причины были колокольчики? Нет, это когда уходишь с рыбалки, двое тебя несут, а носки оставляют след на этом самом, на берегу, до машины его доносят, тогда вот нормально, рыбалка удалась. Грамотно кинул. Ой. Если бы рыба была, мы бы ее уже поймали. Руки красные, Вован, лицо красное. Вот, довольный, это довольный, это довольный. Ну так ты будешь хавать прикормку-то, Вима? Ну не пропадать же. Давай чуть-чуть пообедаем. Не пропадать. За такие деньги, я тебе скажу, я бы ее сам ел бы. Ну да, прикормка стоит, как один раз в ресторан сходить. Да. Ну вот, прям ланч можно покушать, понимаешь? А все вот эти прибамбасы, удочки не такие дорогие, да? Но все прибамбасы стоят так, как, как рыбу купить на год. Да. Примерно. Вот, мне вопрос к тебе. Вертушку покидаем просто ради прикола. Потому что знаешь, что может? Не щука, а окунь. Окуни же можно. Окуни ловить? Могут, конечно. Вот. И на вертушку он может схватиться? Я ты даже можешь аквамена с такой вертушкой классной поймать, блядь. Поэтому. Аквамена лично можешь. Что такое аквамен? В фильме такой дядька, который он там. Кидаем это... вертушку? Конечно, кидаем. Я говорю, иди на поляну только кидай. Здесь донки стоят. Ну ты нормально, ну это. О. Что? Смотри, там какой-то кто-то даже это самое опустил в лестницу. Видишь, он алюминиевая лестница, смотрите. Угу. Давай выберем что-то безотказное, чтобы мы прям сегодня вимбы поймали, и еще и щучек. Вот с красной хренью. Как ты думаешь, рыба реагирует на красный цвет или нет? Она видит вообще красный в воде? Она видит яркие цвета. Вот это хорошая идея. Пробую, конечно. Вот. Слушай, от Вована так пахнет. Пацан хороший, но знаешь, вот от этой, то, что он обшикался, но мыться иногда надо. Вот примерно такой запах, бля, да. От того, что он обшикался. Хорошо, ветер мне сейчас в его сторону. Нет, если за кусон заканчивается, и за пивом, то можно и креветочкой, знаешь, захомячить. Вообще меня, знаешь, удивляет, что вокруг вроде люди любители природы, как бы на природу собираются. Но сколько здесь вокруг бутылок, я не представляю просто. Ну, это... Забыл, как это слово называется, но... Значит, что-то... это не рыбаки. Ну, конечно, нет, да, это свиньи. Ой, как хорошо. Приходишь на рыбалочку, возьми с собой... Проводочку? Вот как ты делаешь проводку? Ты крутишь и тормозишь чуть-чуть? Или нет, на вертушку это... Просто фигаришь просто и все. На вертушечку берешь и просто тянешь. Да. Ступенчатая шанс проводка, про которую ты говоришь, это ловится на рыбку, ловится... на резиновую виброхвост, да. И ловишь ее судака, проводка со ступенькой. Это для судака? Да, на щуку просто равномерная проводка. Ну, вот то, что я сейчас делаю, это на окуня и может щука схватить, да? Все, что хочешь, можешь схватить. Главное, чтобы рыба была. И вера? Только ловить надо не когда захотелось рыбу половить, а когда рыба клюет. А рыба клюет, она идет или утром, или вечером. А сейчас? А Вова приехал, когда ему хочется, да. А надо ловить, когда рыбке хочется кушать. То есть ты думаешь, что у меня без вариантов сейчас? У рыбки есть такой же обед. Ага. Есть завтрак, есть обед. Ну смотри, если есть какой-то шальной Вова, который решился, значит, Вова, рыба, да, такая дурная на такого. Вова, вот чуть-чуть, вот теплее немного станет, да, вот когда теплая погодка пойдет, тогда начнется рыбка, она жевать начнет. Тогда... Это уже немного осталось. И шальная будет рыба и всякая, а сейчас никакой не будет. Сейчас, если только там Лёлик будет насаживать, вот, но Лёлик сказал, холодно еще пока. Чуть потеплее станет, тогда он... То есть ты пессимистически настроен? Пессимистически. Сейчас вот этим всегда и заканчивается. Во-первых, рыбаки подошли, мы не один такой дурак, как я, а на том берегу, да, еще нас много. Вот. А если нас много, значит, люди не могут ошибаться. Там вдалеке, да. Вот. И это значит, что шансы у нас возрастают. Конечно. Это после работы. Сейчас мы возьмем. Это сегодня суббота, выходной просто. Вова тоже решил сбежать. Красиво. Красиво. Это речка Югла. 9:33.